Всем привет! Сегодня хочу попробовать установить в Peugeot 3008, дооснастить ее, так сказать, функцией круиз-контроля. Вот. Для чего, соответственно, было приобретено определенное оборудование в виде такой вот ручки управления и такого вот диагностического адаптера для диагностики и программирования автомобилей Peugeot и Citroёn. В принципе, небольшой обзор про него я уже снимал, видео есть на канале. Также нам потребуется для этого ноутбук с установленной Windows XP 32 бита и сервис-пак 3. Потребуется вот такая вот отвертка Т20 для снятия обшивки. И потребуется какой-нибудь пластиковый инструмент для того, чтобы разъединить половинки обшивки. Соответственно, осталось только сейчас подключить ручку управления круиз-контролем и подсоединить адаптер и активировать необходимые функции для того, чтобы у нас эта ручка заработала. Итак, давайте приступим. Итак, для того, чтобы снять пластик обшивки, нам необходимо отвернуть два болта. Первый здесь и второй здесь. Соответственно, что мы сейчас и сделаем. Вот этой вот замечательной отверточкой Т20 мы попадаем в винтик, выкручиваем первый. Так, и второй точно таким же способом. Выкручиваются они довольно-таки туговато, поэтому особо не стесняйтесь крутить. Вот. Вот такой вот у нас получается винтик. Видно, да? Так, первый у нас остался там. Видимо, его не докрутил. Давайте проверим. Так, ну вроде он там уже прокручивается, так что, судя по всему, он уже открутился. Так, теперь снимаем крышку. Вот, после чего кожух у нас спокойно снимается вверх. Вот. И теперь мы снимаем нижнюю часть кожуха. В принципе, до конца его снимать не обязательно. Достаточно освободить место, чтобы у нас был доступ к вот этой вот заглушке. Выламываем эту заглушку, берем нашу ручку управления круиз-контролем и вставляем ее, просто вставляем до щелчка. Так, до щелчка оставить не получается, потому что у нас мешается вот эта вот заглушка. Да, на форумах информация была, что ее необходимо удалить. Соответственно, я про это забыл.
и сейчас у меня из-за нее ручка не защелкивается, поэтому мы просто берем и снимаем ее тоже. Здесь держится на двух защелках. Вот, сняли заглушку, можно ее выкинуть. И теперь спокойно пробуем еще раз установить ручку. Все, щелчок был, ручка встала на место. Теперь собираем кожух в обратном порядке. А, еще один нюанс. Вот эту вот заглушку необходимо также удалить из кожуха, нижней части кожуха под ручку. Все, теперь у нас ручка нормально встала. Ставим назад кожух. Здесь вот, если видно, есть направляющая. Давайте приблизим. Вот. Вот эта вот направляющая, она должна попасть в специальное посадочное место в свое. Иначе у вас верхний пластик, он не встанет, как должен встать. Вот, соответственно, после того, как мы убедились, что он правильно встал, одеваем нижний пластик. Оп, оп, защелкиваем. Самое с правой стороны. Все, и теперь закручиваем винтики. Так, попасть в винтики у нас, оказывается, не совсем просто. Но не так уж и сложно, с другой стороны. Ну вот, отлично. Механическая часть у нас сделана.